Доброго всем третьего дня. Привет. Продолжаю создавать свой видеодневник, который можно назвать как еще раз записки одинокого созанятника. Ну, не потому, что я одинок и у меня никого нет, да, а потому что я в этой сессии, в осенней рыбалке сезона 2019 года, местный житель на газонокосилке, видите, рыбу мне пугает. Доплывает, включает мотор и по яме дальше плывет. Ну ладно. Это так, для новых ощущений, понимания, что у меня там дребезжит, если это, конечно, слышно, я не знаю. Продолжу мысли. Это не значит, что я один. Если это записки одинокого созанятника, это значит, что я просто провожу время по 10 часов, там по 9 часов на воде со своими удочками, со своей головой, со своим опытом. И я охочусь в этой сессии за трофейным осенним сазаном. Еще говорю, основной постулат этой рыбалки – это внимательность, которую нужно включать на максималку, ясность ума и, соответственно, огромное терпение. И не каждому человеку, кто рожден в этом мире рыболовом, удается реализовать вот это качество, потому что очень сложно, да, когда ты там выбираешься в отпуск, или когда ты там выкраиваешь какие-то там дни, там отгулы, и сложно взять там недельный отгул, естественно. Очень сложно принять этот факт, что ты только там сидишь 3 дня, вваливаешь деньги, вваливаешь как бы какие-то ресурсы, силы, свое здоровье, да, а отклика от рыбы нет. Потому что трофейная рыба не готова с моментальностью, там, я не знаю, там, прям идти к вам с распростертыми объятиями, со словами, там, мой любимый, на родной, как я тебя же долго ждала. Трофейная рыба, которая 10-летний сазан, или даже 10-летний карп в диких условиях, я думаю, растет не менее 10-11 лет. Несмотря что на то, что здесь юг России, казалось бы, предостаточно там, наверное, под водой питания, я уверен, что рыба такого наполнения, она растет долго, и, соответственно, так как сейчас огромное количество пресса, подводные охотники, повторяюсь, сбросы, грязи, в целом прессинг со стороны рыболовов, современные сейчас технологии рыбалки, эхолоты, подледные сети, там таких модификаций, что мама не горюй. То есть вот все это истребляет это поголовье мастодонтических рыб, реликтовых рыб. И все меньше и меньше, они все умнее и умнее. Если она 10 лет тут плавала, выжила или приплыла сюда там с низов и она смогла устоять на фоне всех этих нападков человечества, то поймать ее будет не так просто. Это естественная история, да, там, как, например, остается какой-то там лось, да, там какой-то мудрый лось в лесу, и 1000 охотников хотят его застрелить, да. Он настолько мудр, настолько, хоть он и крупный, здоровый, заметный, он не может пройтись без шума, да, по лесу, да. Даже ему приходится, как сказать, мобилизовывать все свои инстинкты для того, чтобы выжить. И я глубоко уверен, что в ловле трофейного сазана в настоящее время такая же история. Вот эти лоси, свиньи, как их можно назвать,
дикие медведи подводные, да, там, они такие же, такие изощренно продуманные, прошаренные. Ух ты, нифига себе. Вот это был сазан. Крупный сазан. Сегодня погода меня радует каким-то особым образом. Сегодня моросит дождь, но нет ветра. И поэтому как бы и звук, я думаю, в камере такой более яркий и четкий. И картинка в целом очень такая примечательная. И я сегодня уже с самого утра, находясь здесь, просто наслаждаюсь от вот этой вот серости, которую очень люблю. Она это одна из самых моих любимых. Кто ж там прыгнул? Он там не видно в круге. Ну, значит, если прыгает, значит, где-то сейчас еще раз себя покажет, проявит. И я надеюсь, что мы с вами все станем свидетелями этого. Вот, поэтому как бы я подбадриваю себя именно тем, что я, ну, делаю это все с правильным сердцем, да, с сердцем человека, который рыбу обязательно выпустит. И я глубоко верю, что рыба как существа, это же создание Господа, как из мира всего сущего, безгрешные существа, как и звери, да. И если человек как бы с праведным, правильным сердцем и с правильным намерением, да, то должна ему благоволить все-таки эта удача, от которых многие рыболовы как бы, ну, стараются, чтобы мы это не желали, но вот в этом году, да, в свое 40-летие, отношение у меня очень, очень особое. То есть я как бы понимаю, что возраст идет, на рыбалке даются все сложнее и сложнее, ну, во всех аспектах, и ответственности, связанные с, ну, обычными ответственностями, да, то есть там, вот я говорил, ребенок в школу пойдет скоро, и уже, наверное, я не смогу так ездить, да, и в материальном, то есть эти рыбалки становятся все дороже и дороже, потому что, ну, в той индустрии, которой я занимаюсь, зарабатывать честно все сложнее и сложнее, а как бы зарабатывать по-другому я не могу, вот, и у коммерции тоже в бизнесе рыболовном, то есть есть момент кризиса, да, поэтому я понимаю, что, может, это и вообще крайняя рыбалка, последняя в этих полях. Такое может тоже случиться. И поэтому вот я прям, не знаю, чуть ли не молюсь, прошу у Бога поддержки, чтобы он меня взбодрил, помог, поддержал. Вот. Наверное, поэтому снимаю этот дневник. Я смотрю вокруг, да, и одновременно... О, это маленький сазан. Очень маленький, грамм 300. Рыбка прыгает. Но когда она прыгает, вы знаете, она никогда не клюет. Ну, в общем, сегодня я что-то расфилософствовался. Раз какие-то вещи говорю, может, они вам и не особо интересны, но... Это мой дневник. Это мой третий день. И мы, по большому счету, с вами только начинаем. Каждый день нужно вставать с чувством, даже если он был минусовым. Я только начинаю. Так что у нас сегодня с вами только все начинается, друзья.
вторая рыба за эту сессию. Микрушечный сазан. Но он ценен тем, что он пойман уже на бойл. То есть он пойман на правильную насадку. Это, в принципе, очень важно, чтобы рыба начала есть то, что вы ей подаете. Конкретно сработал бойл. Это два мистер Хота, моих Фадеев мистер Хот. Вот эти бойлы. Видите, я их подрезаю две двадцатки. И потом в четырех местах вот таким образом их как бы обшкрябываю. Они лежат, начинают потихоньку плавиться. Достаточно крупкая насадка, большой крючок. И вот, ну, килограммчик, наверное, чуть больше килограмма сазанчика. В этом сезоне таких очень много. Просто какое-то доминирующее количество этих рыб. Дождик. Не дождик, а капает сверху. Ой-ой, кто тут сзади меня кульбит совершил. Ну, вот эту рыбу я уже ценю. Но ценю ее не за то, что она такая, да? Оценю за то, что она взяла именно бойл. А мне нужно, чтобы рыба начала кушать бойл. Спасибо тебе, мой дорогой, я тебя сейчас отпущу. Я надеюсь, что ты являешься началом чего-то очень интересного. Ну что, вторая рыба. Некрупный сазанчик на единичный бойл. Red Carps Фадеев Мистер Хот. Как вы видите, я поставил безопасный монтаж, чтобы грузило отваливалось, потому что рядом коряги, и как только рыба начинает проявлять активность, а мы видим, что это уже вторая рыба, взятая сегодня, значит, нужно уже обеспечивать себя гарантированными оснастками, которые позволят все-таки брать рыбу. Вот. Сазанчик небольшой, но мы имеем две рыбы на одну и ту же насадку. Это счастье, друзья. Но рыбы не крупные. Там, где есть мелочь, там есть и крупняк. По крайней мере, есть уже направление, в котором можно действовать. Причем поклевка была очень уверенной. К сожалению, не успел ее заснять. Но зато рыба в мате. Сейчас мы ее пустим. Я надеюсь, что это третий сазан. А это третий день, третий сазан. Это вестник чего-то хорошего. Но я думаю, я это заслужил, друзья. Годы моего подвижничества, посвящения и верности этой рыбалке, независимо ни от чего. Я заслужил эту рыбу. Давайте ловить дальше.